Друзья, всем привет, это Илья. Распространенный вопрос, как проверить, выиграл или не выиграл в лотерее Green Card. Сейчас я вам покажу, каким образом заходить, куда кликать и как смотреть. Итак, каким образом это делается? Вы набираете DV Lottery, вот она сразу вылетает. Тут написано, что на этой странице можно проверить выигрыш, который был в прошлом году, до октября 2019 года, и в этом году, который стартанет 7 мая 2019 года. Но это по американскому времени, ребят. То есть сейчас можно проверить анкету только прошлогоднюю. Дальше вы нажимаете «Продолжить», вбиваете номер вашей анкеты, вбиваете ваше family name, ну, то есть фамилию, и ваш год рождения. И после этого можете спокойно посмотреть. Вы переходите на следующую страницу. На живом примере мы можем спокойно, допустим, завтра взять какой-нибудь номер, и я подскажу, как это делается, те, кто выиграл, или те, кто не выиграл.